Команда по мини-футболу «Кайрат» отныне будет выступать в составе президентского профессионального спортивного клуба «Астана». Сегодня руководители двух коллективов подписали договор. Постоянным местожительством команды, которая теперь будет называться «Астана Кайрат», по-прежнему останется город Алматы. Но вот 80% финансового содержания возьмет на себя президентский клуб. «Кайрат», который в последнее время является одним из сильнейших клубов Европы, о чем свидетельствует стабильное попадание в финал 4 кубка УЕФА по мини-футболу, займет достойное место в президентском клубе «Астана».